распродажа телевизоров в ценоломе. Телевизоры с выходом в интернет от 10 999 рублей. Ценолом. Современный телевизор в каждый дом. Тувинские проекты занимают без малого треть комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь», подписанного премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Распоряжение об этом опубликовано на официальном сайте правительства России. В «Енисейскую Сибирь» входит в общей сложности 32 проекта, представленных частными инвесторами. На территории Тувы предлагается реализовать 10 из них. Наиболее крупным является строительство железнодорожной линии Элегест-Кызыл-Курагина в увязке с освоением минерально-сырьевой базы республики. В рамках этого проекта предполагается строительство горно-обогатительного комплекса на Элегестском месторождении коксующихся углей, объектов инфраструктуры и железнодорожного транспорта на линии Элегест-Кызыл-Курагина, а также угольного перегрузочного терминала в районе мыса Бурный, близ Владивостока. В угольный раздел входит и строительство угледобывающего комплекса на Межигейском месторождении. Помимо железнодорожно-угольного направления, КИП включает планы по созданию горного обогатительного комбината на базе Аксукского меднопрофирового месторождения. Он станет частью российской компании по производству батарейных металлов. С добывающей отраслью связан также проект освоения Тарданского золоторудного месторождения. Отдельными пунктами комплексного инвестиционного проекта стали инициативы республики по созданию автотуристского кластера «Гостеприимная Тува». Кластер будет состоять из горнолыжного комплекса «Тайга», этнической деревни на базе Туранского моралхоза и туркомплекса «Чагатай» на берегу одноименного озера. В перечне задач есть также пункт о создании трансграничного автомобильного коридора Красноярск-Абакан-Кызыл-Хандыгайты-Улангом-Хофт-Урумчи. План продолжают предложение о строительстве многофункционального медицинского центра и многопрофильной стоматологической поликлиники в Кызыле. В микрорайоне «Спутник» в восточной части Кызыла продолжает наращивание социальная инфраструктура. В дополнение к построенным там детскому саду и лицею, в ближайшее время откроется библиотека. В пятницу 12 апреля библиотека-филиал имени Горького с улицы Заводской переехала в новое помещение в микрорайон «Спутник». Она будет располагаться на улице Упсунурская. Открытие библиотеки состоится еще не скоро, но первые шаги уже сделаны. Напомним, что микрорайон «Спутник» стал первым в постперестроечной истории Кызыла микрорайоном, где обеспечивается комплексная застройка. Строятся социальные объекты. Для их обеспечения и для строящихся многоквартирных домов возводится инженерная инфраструктура. Построена насосная инстанция стоимостью более 90 миллионов рублей, которую планировали построить еще в советское время, но так и не смогли. Микрорайон мучился от перебоев в водоснабжении, но с постройкой насосной станции этот вопрос теперь снят. На необходимость комплексного подхода к застройке микрорайона в столице обращает особое внимание городских властей глава Тувы Шалбан Караул. Федеральная служба исполнения наказаний России в режиме видеоконференц-связи презентовала открытие единого исторического портала ФСИН России. Презентация прошла под руководством первого заместителя директора, который нажатием контрольной кнопки дал старт работы историческому порталу. Представленный портал включил в себя 6 основных подразделов. История учреждений и органов уголовной исполнительной системы, хронология истории уголовной исполнительной системы, биографический словарь деятелей уголовной исполнительной системы, литература и источники по истории уголовно-исполнительной системы, уголовно-исполнительная система в художественной литературе, изобразительном искусстве и иконографии, историко-экспозиционная работа. Исторический портал службы исполнения наказаний собрал в себе историю образования и этапы становления ведомства российского государства. Зайдя на портал, пользователь сможет ознакомиться как с общей историей ведомства, так и с историей отдельных пенитенциарных ведомств, дислоцирующихся в различных субъектах России. Еще одной из особенностей портала является то, что он пересекается со множеством других исторических порталов, что позволяет пользователю ознакомиться с оригиналами тех или иных материалов, находящимися в различных музейных и экспозиционных фондах России. Исторические материалы, хранящиеся в постоянно действующей исторической экспозиции у ФСИН по Туве, также размещены на едином историческом портале ФСИН, что позволяет аудитории ознакомиться с историей образования на территории республики пенитенциарного ведомства, не посещая выставочную экспозицию.
Пенсионный фонд России начал подготовительные меры для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверхрегионального прожиточного минимума. Как сообщает Пенсионный фонд, основной перерасчет выплат будет сделан в мае, полностью завершен до 1 июля. Он носит беззаявительный характер, поэтому пенсионерам не нужно обращаться лично в отделение ПФР. Соответственно, уже в мае те, у кого минимальные пенсии, начнут получать их в повышенном размере. Кроме того, пенсионерам насчитают те суммы за 4 месяца с января по апрель, которые они недополучили. Напомним, что суть перерасчета в следующем. Ежегодная индексация пенсий будет производиться после того, как местные власти догонят их до величины регионального прожиточного минимума. С 1 июля Пенсионный фонд также приступит к предоставлению повышенной ежемесячной выплаты неработающим родителям и опекунам детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы. Размер выплаты будет увеличен почти в 2 раза – с нынешних 5,5 тысяч до 10 тысяч рублей. Перерасчет также будет производиться автоматически. И о курсах валют на сегодня. Доллар составляет 64 рубля 52 копейки, евро 72 рубля 84 копейки. Не стой столбом, оденься с умом. Магазин «Химтоп». Качественная спецодежда и спецобувь для профессионалов своего дела. Аюна Курседи, 103.2. Распродажа телевизоров в ценоломе. Телевизоры с разрешением Ультра HD и Smart TV от 22 999. Ценолом. Новый телевизор в каждый дом. 19 апреля Центр оформления земли и недвижимости «Азимут» проводит День открытых дверей, консультации по земельным, кадастровым, имущественным и юридическим вопросам. Совершенно бесплатно. Улица Кочетова, 95. Телефон 30609. Все о дорожных происшествиях и криминальных событиях, наблюдения очевидцев и собственные шокирующие репортажи. От поучительного до абсурдного. Смотрите каждую среду в 19 часов в программе «Патруль» на телеканале «Новый век». Минздрав Тувы проводит работу по подготовке пакета документов для разработки проектно-сметной документации для строительства нового здания противотуберкулезного диспансера на 355 койко-мест. Основной корпус здания, в котором сейчас располагается диспансер, был построен в 1961 году. За 60 лет Кызыл значительно разросся, и диспансер, строившийся на окраине города, сегодня располагается в центре 120-тысячной столицы республики. Это первоначальный набросок, и, возможно, он будет изменен, говорит главный врач, показывая план расположения корпусов нового диспансера. Располагаться он будет, скорее всего, в районе Вавилинского затона. Для ограничения выхода за территорию диспансера предусмотрен единый контрольно-пропускной пункт. Детское отделение будет располагаться в 100 метрах от взрослого. Самое важное, ожидаемое от этих мер эффекты, это предупреждение распространения устойчивых форм туберкулеза, повышение эффективности лечения и снижение смертности населения. Сейчас специалисты Минздрава Тувы и противотуберкулезного диспансера работают над подготовкой пакета документов для разработки проектно-сметной документации, который должен включить в себя все санитарно-эпидемиологические и строительные требования, предъявляемые к типовому зданию противотуберкулезного диспансера. Совсем недавно состоялось открытие нового магазина «Горо» по адресу Республика Хакасия, город Абакан, улица Некрасова, 45. Неудивительно, ведь компания «Горо» работает на рынке инструмента и оборудования с 1992 года и является дилером официальных представителей мировых торговых марок. У нас магазин открылся месяц назад, и у нас большой ассортимент автосервисного и гаражного оборудования. Также в магазине представлен большой ассортимент компрессорного, подъемного, моечного, сварочного и диагностического оборудования. Инструмент ручной, электрический, пневматический, специнструмент. Генераторы, пистолеты подкачки шин, груза, заплатки и пластыря. Вы всегда сможете выбрать подходящий товар, а при возникновении вопросов получить профессиональную консультацию. В ГАРО есть все. ГАРО. Некрасова, 45. Телефон 32-22-15.
По республике переменная облачность, местами небольшой и умеренный дождь. Мокрый снег, возможно, гроза. Ветер западный 2-7 метров в секунду, порывы до 14 метров. Температура воздуха ночью от плюс 6 до плюс 1, местами от минус 3 до минус 8. Температура воздуха днем от плюс 15 до плюс 20, местами от плюс 6 до плюс 11. В Кызыле переменная облачность, ночью небольшой дождь, возможно, гроза. Ветер западный 2-7 метров в секунду, порывы до 14 метров. Температура воздуха ночью от плюс 1 до плюс 3, днем от плюс 16 до плюс 18 градусов. Распродажа телевизоров в ценоломе. Телевизоры с диагональю 108 сантиметров от 14 999 рублей. Это ли не чудо? Ценолом. Новый телевизор в каждый дом. За правильными деньгами в правильные займы. Для новых клиентов выгодные предложения. Телефон 595 555.